привет. Позвонил племяш. Ты 16 свой сделал, дядь Миш. Надо хоть испытать ее. Ну, пусть подъезжает, попробуем. На что способен, как у него там полуоси, выдержит, не выдержит. И мы свой заодно капнем ему, пусть он не, пока еще не знает, чем будем испытывать. Сейчас загрузим его, поглядим, на что способен. Что долго он едет? Опа! Загудел. Вон он! Давай! Привет! Здорово! Здорово, Миша! Крылышки сделал, красота, покрасил. Ну да, я только покрасил, собрал. А вы чего думали-то, экскаватор выгнали? Попробуем. Кого, землю? Землиц. Да он, ну, чистый. Ковшочки 3,5, а? Махнем? Ну, боюсь, перевесит. Попробуем. Так-то, в принципе, у него небольшой люфт. Ну, не, перевесит. Значит, попробуем мы. А ты как же хотел? Отдавить, может, типа. А что ж, две лопатки? Куда? Где насыпем, там и выблем. Ну, там попробуешь, проедешь у нас. Ну, да. Резину по своей елочку. А в Тамбове осталось все. Ну, хрен с ним. Ну, вот потом нам пока она резко. Запаски у меня есть такие вот колес. А такие еще два. Так что. Ну, они здесь... Главное, он бы нормально был бы. Кузов-то он никуда ну, не. Ну так, делает. Ну и все. Главное, не перетянул, ничего, так, главное, полося выдержил. Ну что, Владислав, готов? Конечно. Тогда погнали.
Ну по ровному возить можно. По ровному, да. Вот в горы. Да. Земля сырая еще. Воу-воу! Да, нормально. Не положи нахуй. Давай еще положу. Владик, Владик, переворачивай ставку. Да. Но аппаратура, конечно, жесткая. На трех колесах, ну, везет один хрен по таким ухабам. Там, конечно, забуксовал грязь. Парни сделать сзади. Слизкая. А на елочке, может, даже бы выехал. Нет, а? Может, ему спарни сзади сделать. А чё толк? У него жопа разгружается, она легкая. Вот сейчас можно опрокинуть. Нет, пошире она, как-нибудь букета. У него вес нет на жопе. Когда морд загружен сильно. Ну, я, конечно, удивился. Он везет, зараза. Я думал, он не увезет. Вот нормально. Откуда я полез. А тут сырость, ты глянь. Грязь скользкая. Нормально. Вот по ровной земле. Да даже вон там я ездил, он везет хорошо. Греха стоит. Два часа, это никуда он не перевернется. Ну, Т-16. Сейчас, а мы продолжаем, наверное, попробовать все-таки нам до конца довести, сколько у нас интересно вглубь идет. И в конце, как он у нас сваливает еще, посмотрим. Продолжаем. Thank you.
Не, ну я, конечно, и не сомневался, но и не ожидал. Нехило он. Сколько здесь? Сейчас мы глянем. Ага, еще пониже. 1.80 метра, да? Да, 1.80 метра даже. Хе-хе. 1.75 метра где-то. Ну, нехило. Ну, это выспан. Не, ну, конечно, руками копать это не Уралом пилить. Я вот 2 дня покопал под воду. Ну, где-то 1.20 метра глубиной, 25 метров. Но я приехал на выходные, времени не было. Вот с утра до ночи я лопату из рук не вынимал. Жарко было, обливался водой. И вот за 2 дня я 25 метров прокопал этих. Там земля была, ну, наверное, попроще, помягче, чем вот это. Ну, в понедельник я вообще никакой был. А здесь все быстро и просто. Не знаешь, как ехать. Да, конечно. Все правильно. Прям так, заехай напрямую ее. Стоп! Нырнешь. На ручничок. О, прижал. Да. О, налепился, да? Сырой. Ну, ее нечего мыть, ее надо сохнуть, отвалиться. Раз, да и еще раз. О. Нормально. Да ничего, подходящий, несколько ковшей. Да. Ну что, глянь, да не измазалось нисколько. О, ее мыть не надо, он начинает лететь. Только хуже смажешь, правильно, что? Ну, паренек, дай свое уважение. Давайте мы пожмем руку. Кому интересен канал, смотрите по ссылке, пишите комментарии, ставьте лайки. Но мы сейчас закапываем яму и сворачиваемся. Kept me away from all of my
На этом заканчиваем свой выпуск. Пиши свои комментарии по поводу компании. Была, видели глина, не песок. Ну и по поводу мини-трактора Влада. И подписывайся на канал, кому интересно. Ну, мы заканчиваем. Всем пока. Thank you.